Привет, ребята. Обзор нормального кофе. Вот такой вот кофе. Жардин десерт кап. Пакет 500 грамм. Здесь надписи на английском языке, 4 степень обжарки, почти что самая сильная степень, арабика премиум, делается где-то в области Невограда. С другой стороны, давайте посмотрим, что здесь по-английски написано. Ну, это, наверное, потому что с границу отправляют. Но английский и русский еще нормально. Мне нравится, когда какие-то непонятные белорусские, узбекские языки, которые совершенно... А, да, вот они здесь опять эти. Казахстан, Латвия, Литва, что-то еще, какая-то Греция. Это, кстати, вот серьезная такая фигня, потому что на товарах, например, американских либо немецких, там написано либо на немецком, либо на английском, ну, в основном просто на немецком. А когда уже нужно, они не возятся, там просто местные наклейки лепят, например, там на русском языке наклейка, а здесь занимают пустое место, и ты по-русски толком ничего не можешь, бывает, прочитать. То есть должно быть либо на основном, на русском написано, либо на английском еще добавочно. Если нужно каким-то, что здесь, Казахстан, там, казахский, то просто наклейки должны приклеивать поверх там русского. Потому что это сильно отвлекает, вот эти надписи на 10 языках на упаковке. В основном-то, как я понимаю, рынок российский. Так, здесь интенсивность предпоследняя, аромат максимальный, какой-то боди, основной вкус, что ли. Кофе хороший, но немного горчит, ну, на мой вкус. Вот. Ну, естественно, он более-менее нормальный получается, потому что его просто здесь не производят. Он где-то растет там в Боливии, в Африке. Здесь его просто жарят, вот и все производство, и в пакет запихивают. Ну, и потом опять... А, ну, еще рабы работают, как обычно, на заводах там за 10 тысяч, за 100-200 долларов. Поэтому, естественно, это выгодно даже и за границу отправлять и здесь продавать. Такой кофе не хуже финского, например, кофе я пробовал, который рублей 300 стоит. Ну, это упаковка 250, а это 500, она в 2 раза дороже просто становится. Ну, примерно то же самое соотношение, если этот 150-200, он не хуже там финского за 300, за 400 рублей. Ну, здесь, естественно, это зерна. Их потом в кофемолке надо размолоть. И получается более-менее нормально. Здесь можно понюхать. Есть клапан. Вот такой вот. Вкус он, запах даст, но он не даст, конечно, вкус сам, горечь там, не горечь попробовать. Ну уж все, всем пока.